Да. На защиту приглашается Агнесян Анна Юриковна, схема графический комплекс сети СПА-отелей. Начала я работать на этой тематике, потому что посредством открывали там какие-нибудь локальные сигналы, то, что я вам решила взять его, потому что решила, что тема актуальна. На самом деле она действительно является актуальной, потому что с нынешним курсом рубля россиянам очень невыгодно путешествовать, и они все больше стараются найти пути, где можно получить то же самое качество отдыха, но за меньшие деньги, естественно, на территории уже России. Вот. И, соответственно, развивается туристический бизнес, с годами он все становится в России более работающим и интересным, но все равно он остается на данный момент ниже, чем, скажем, в Испании, например, или в туристических странах. Вот. Соответственно, это была для меня интересная идея. Я не могу сказать, что графический дизайн отеля, он может каким-то образом помочь отелю конкурировать с другими. Это не так. Отелю может помочь конкурировать в льготное местоположение, там, туристическое какое-то место рядом, какие-нибудь экипажи и так далее. Отдыха, но не графический комплекс. Но, тем не менее, я считаю, что данной работой можно у посетителей отеля вызвать приятное ощущение. Например, цвета, сочетание цветов серого и голубого, они действуют успокаивающие, не вызывают никакой агрессии, никакой. Они оставляют человека пребывать в каком-то медитационном состоянии. То, к чему или откуда чего используется спа. Вообще откуда взялось слово спа? Есть несколько вариантов, откуда оно есть. Из-за этого слово спа тоже пишется странно. Я когда работала на одном из дипломных работ, тоже не могла понять правильно. В итоге сравните на муж, что нужно все-таки через дефис. Что конкретно в моей работе представлено? Ну, во-первых, это разработка графического знака, торгового знака. Как видите, это символ воды, волны, это символ спокойствия, умиротворения. Дальше серый цвет, он символизирует, я его брала, ориентируясь на камни, которыми делают массажи, топные. Вот. И соответственно, цвета взялись именно из моего ассоциативного ряда, связанного с процедурами. Шрифт, соответственно, взятый, с которого повторяем графические элементы, и фирменная документация. По фирменной документации применены рисунки, которые я выполняла в технике Эбру. Эбру – это древнекитайская техника. Сейчас мы говорим, что она интересна, на самом деле она китайская, она очень помогает и Эбру бумага. Вот эти вот картины с рисунками, они также будут представлены в номерах и будут висеть на стенах, таким образом создавая некое инфекционное пространство для людей, которые будут находиться в этом отеле. Соответственно, пиктограммы я разрабатывала, исходя из знака. Человечки, они сделаны по прототипу волны. Откуда я вдохновлялась, орнаменты древнеармянские, вы можете видеть здесь волну. Я вдохновилась отсюда и в дальнейшем уже разрабатывала на основе этого знака. Дальше. Все. Пиктограммы. Картины, про них я уже сказала. Завершая свое выступление, что я еще не разработала поводу для этого спа-отеля, поскольку там будут проводиться медицинские услуги, такие как массаж, косметологические услуги, сауны, огромное многообразие всяких услуг, то, соответственно, отелю будет выгодно также свою фирменную продукцию.
Ну вот, соответственно, здесь представлены в ней продуктов, там, не знаю, хлеб-дару, растяжек, такая там подобная. Боже. Ну и, соответственно, огромное количество всяких сувенирных продуктов можно сделать на основе этих рисунков, которые сделала техника открытки. Это, не знаю, можно наноситься на одежду, на футболки, и будут, ну, мне кажется, они симпатичными, интересными, и поскольку они нарисованы на воде, они повторяют весь водный смысл этого дизайна. Актуальность выбранной темы для исследования, поскольку ввиду нынешнего курса валют граждан со средним уровнем заработка путешествовать за границу действительно крайне невыгодно. Этот проект может быть сейчас запросто реализован, поскольку ведется активное строительство гостиниц и развитие туристического бизнеса в целом. Это сфера бизнеса, которая в России находится в раннем этапе развития исследования, следовательно, очень перспективная. Во-вторых, мне как предпринимателю с многолетним стажем очень важно, чтобы дизайн продавал услугу или товар, а не просто служил для украшательства. Ведь дизайн — это в первую очередь функция, и только потом эстетика. При первом же взгляде на знак и на цветовую палитру работы я сразу соотнес его с верным видом услуг, так как был вызван правильный ряд ассоциаций. Знак, похожий на волну, связывает наши мысли с водоемом, морем, отдыхом, а цвет воды в сочетании с белым и серым умиротворяет и дарит ощущение спокойствия и чистоты. Также знак очень прост в своем исполнении, что также очень важно для запечатления образа в памяти. То есть основная задача знака, а именно идентификация в нем главного смысла, выполнена. Далее могу отметить, что все элементы разработанного дизайна перекликаются друг с другом, то есть все выглядит цельно и профессионально. Есть некоторые сомнения по поводу бланков А4, там, где на фоне красивый узор. Скорее всего, на деле он будет печататься не голубым, а серым. А поскольку текст набирается тоже серым цветом, то может возникнуть трудность при прочтении. В целом проект выполнен на высоком профессиональном уровне и заслуживает отличной оценки. Так, ну и перейдем к владельцу. Я скажу, что я старательный человек, самостоятельный человек. Вот, всегда знает, что она хочет. Можно стоять на своем. Картины у нас тоже украли, значит, можем что-то делать еще. Поэтому я думаю, что вполне успешно приобретешь опыт и будешь работать в должности, в которой ты получила профессиональное образование. В этом ничего страшного. Спасибо большое. Так, собираемся.